И мы продолжаем играть в Айзека. Поехали. Так, Cellar, Curse of Unknown. Unknown, это я не знаю сколько хп, значит надо считать. Хотя бы приблизительно. Да, нечестный уровень. Ну, я немного виноват, что выскочить не успел. Так, два сердца. Так, снова фулл хп. Новый плеер твич, который на HTML5 требует основной добро. HTML5 не может требовать этого флешплеера. Это же HTML5. Это же замена флешовому плееру на HTML5. Либо я не понимаю, блин, как это работает. Если это не так, то я абсолютно ничего в этой жизни уже не понимаю. И меня можно списывать в пути. Так, ну берем, наверное. Потому что все-таки какая-то помощь, пока что неизвестно, что с комбо будет. Да, этот чувак как бы стреляет. Как бы бробеги никто не отменял. Так, три сердца пока что. Марк Виннер, я прочитал твое сообщение. Отвлекусь чуть попозже. Так, ну, наверное, стоит взять сердце, потому что... Потому что я не знаю, что меня ждет там. Если там, мол, этот, как его, блин, хаунд, то лучше бы иметь побольше здоровья. А если кто-то другой, то вряд ли он меня покоцает. Там, если пин, то он безопасный. Гёрдлинг разве что. Так, хорошо. Ну, блин, я не знаю, Андрей Финстер, тогда. Может, плеер еще тогда не у всех обновился. Может быть, они еще плеер до HTML5 не обновили, я не знаю. Они вообще, я вообще читал на почте у себя сообщение, что, мол, вот этот новый плеер, это там бла-бла-бла и бла-бла-бла, и также первый шаг к тому, чтобы поставить HTML5 плеер. Так что, возможно, они только к этому идут. Я просто не помню, каким днем датировано сообщение. Так, ну что? Блин, мне страшно за баланс Afterbirth вот сейчас стало. Представьте, что двойные артефакты не только в сокровищнице, точнее наоборот, не только у босса, но и в сокровищнице тоже. Это же ужас. Да, бывало все неплохо, а потом все очень плохо. Вау. Ладненько.
А, в сейвер моде как так? Задержка здесь идет, так что уточняйте. Я не могу думать с задержкой. В смысле, сначала все неплохо, а потом плохо? Нет, в сейвер модпаке, скорее всего, точнее, скорее будет все сначала очень хорошо, а потом все еще лучше. Либо сначала плохо, а потом оттаска хорошо. Так, немножко бомб. Ну. Кто у нас босс? Кто у нас босс? А? Кто у нас босс? Кто у нас босс? Пин! Ну, мистер Пинус практически безопасен. Надеюсь, он дропнет что-то хорошее. Голова козла. Наверное, возьмем вот это. Так, это мне не пригодится. Оки-доки. Хотя, может быть, кое-что и пригодится. Может быть, кое-что и пригодится. Где у меня здесь сундук стоит? А. А. Ну ладно. Я думал, что слетать сюда, но, очевидно, нет. Так, давайте, наверное, Библию возьмем. Ненадолго. Так, буквально на пару минут. Майна не было еще, нет? У меня еще и полное здоровье. Офигеть. Блин. Фигово, как и Егова. Ай, ну ладно. Ладно. Сейчас ролим тогда плопа. Наверное. Потому что у меня больше не от чего ролить. Здесь я, конечно, мог бы, но... как бы книжки надо еще пару раз желательно бы рольнуть. А лучше раза 3-4. Эх, не факт. Не факт, что упало бы что-то. Но здесь, в принципе, тоже упало джамп. Которая ничего мне в итоге не дает. И ни для чего в итоге не нужна. Так, 15 монет. Я думаю, что мне этого хватит на потом. И погнали. Я не знаю, второй раз голова... Второй раз, да, по-моему, голова козла падает. За сегодня. Best item ever. Ну, я хотя бы попытался. От плопа тоже, знаешь, толку...
Не так уж и много. Не, ну он попадает, конечно. Периодически. Ауч. Уклонялся, уклонялся от всего, в итоге попал, блин, на обычный прожектайл. Так, вниз, 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 вниз. Кстати, уже дамага не хватает. Ну, такого уверенного дамага, я имею в виду. В принципе, так, так-то можно сказать, что дамага всегда достаточно, потому что боссы все равно рано или поздно будут умирать. Но лучше бы боссы умирали как можно раньше. Это уже некомфортный дэмэдж у меня сейчас. Хотя все может круто поменяться после сокровищницы, например. Да чтоб тебя кони мучили. Сегодня что-то весь дамаг на себя собираю. Но, помирать ты будешь, нет? Спасибо большое. Бомбы, бомбы, бомбы. И пиявка. Ладно. Ладно, кровосос, пойдешь со мной. Эй! Тварь. Так, ну давайте босса найдем уже. А вот с него какой-нибудь демо шапчик выпадет. А не с него, так может быть в сделке с дьяволом. Шансов у меня сейчас полно. Почему бы нет? Вуш! Хотя бывает непривычно даже вуш использовать. Вау! Немножко не на то я рассчитывал, но да ладно. Так, блин, где босс, сволочь? Это не босс, вот там босс, да. Босс перед боссом, фактически. Блин, все еще хочется, чтобы полоска босса была не только в комнате босса, но и вот тут вот, например, и на битве, и вообще везде. Непонятно. Да, а то как-то непонятно, почему ее там нет даже. Три личинки под окном жрали чаба вечерком. Ну давай, быстрее, умирай уже. Слава богу, что он на эту атаку разводится, просто как полный лох. Легче даже, чем монстра 2 на свою, в первой части. Shot speed up, damage up, вот эта штука и вот та штука, почему бы и нет. Так, ну что же, вернемся, пожалуй. $0.15 выпало с этого чувака. Серьезно? Вау. Интересно.
Бывает же в жизни совпадение, блин. И удача. Нужно новое проклятие в игру ввести, которое будет скрывать полоску жизни боссов. Curse of Unknown, например. Почему нет? Чтоб ты не знал, сколько хп у тебя и у босса. А может быть, оно делает это? Мы не заметили все. Может, все комьюнити не заметило внезапно? Да это ж Макмиллан. Он никогда ничего не делает нормально, ну. Надежда умирает последней. Но в случае с Макмилланом эта надежда, наверное, первый себе харакири делает в процессе утопления на виселице. Если чему меня вообще жизнь научила, хотя даже не жизнь, а Маджанг и Макмиллан, это то, что на разработчиков надеяться не стоит. Эти люди как будто иногда в другой вселенной существуют. Оу, oh yeah. Полет, слава богу. Ау. Какие маленькие, нехорошие говняшки. Как голос? Да как он может быть? Восстанавливается. Я думаю, что я мало влияю на этот процесс. Тут просто холод. Отопление дадут. Голос, я думаю, будет... Ну, по крайней мере, я буду в тепле сидеть, а не в холоде, как сейчас. Уже будет получше. Просто какое-то время нужно, чтобы прошло. И тогда все будет нормально. Привет, диджей Вова. Так. Нафига черепку быть ядовитым, он уже не двигается. Хоть бы ядовитыми слезами стрелял, что ли. Оу, ее! Еще и флай лав. Офигеть. Ой, фу, господи, это мулиган. Че я сегодня все путаю? Блин, я надеюсь, они достаточно комнат добавят. А то как-то, по-моему, все уже выучились. Ну, кроме, наверное, нескольких комнат, которые вообще редкость адовая. До которых, по-моему, немногие... Которых немногие достойны были, судя по всему. Так, ну... Нет, пошел он. О-е, сколько денег. Герди, 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 ничего не сделает мне. Никогда. Мухи могут, она нет. Могу вообще спрятаться в камне, оставить там пиявку, и она просто сделает всю работу за меня. Еще лучше, когда есть смарт-флай. Коцаешь себя один раз в комнате, ныкаешься и все. Holy shit! Это еще и прим-бро. Брим, бро, твой бро. Очевидно, он же бро.
Почему стрим замирает на одном кадре? Хрен знает. Еще второй день люди жалуются на стрим, но... Я в настройках точно ничего не менял. Я в этом уверен на 100%. Так что это, вероятнее всего, Twitch дубу дает. Примбро же не очень? Не-е-е-е. Примбро хороший. Бримбро это бро. И бумбро-бро. Вообще любой бро-бро. И тут у нас хрена лысого. Ну ладно. Да, демеджап у меня по-прежнему как-то не очень. Дамаг, в принципе, тоже весьма посредственный. Но, по крайней мере, у меня активировалась Вавилонская блудница, которая у меня деактивируется на следующем уровне. Есть Бримро, Мулиган, Пиявка и Ghost Baby. Так что все, в принципе, за good. Хотя, конечно, хотелось бы чего-то совершенно другого. Наби Лимба. Ну, с Абелем никто не сравнится. Я думаю, что Абеля должны удалить в одном из апдейтов. А, он слишком читерный. Блин, я лужу все еще облетаю. Ох, блин, эти привычки, которые вырабатываются в игре, это вообще что-то очень сильное. С самой первой части беру полет и боюсь летать над лужами. С самой первой части. Ау. Да, Абель, который зеркально летает. Да, япона мать. Отвлекся, блин, на чат на секунду. Чат, вы меня отвлекаете. Черт, это все из-за вас. Да. У меня рука соскользнула, короче, палец вспотел. И вообще вы меня отвлекли. Именно поэтому я слился. Это все вы, это все вы. Привет, Вано. Так, наверх. Оп. Не люблю я эту комнату. Сейчас они летать начнут. Это так затягивается, когда они летать начинают. Потому что комната большая, и пока он там где-то пролетит. Тоже достаточно редкая, кстати. Давай уже, скотина такая. Эйбл, все, джи-джи. Nope. Так, нет. Может быть здесь? Я хочу в магазин пойти. Да. Ну надо же.
Так, мне нужно 4 ключа уже набирать потихоньку. Так, и я, пожалуй, сделаю то, что должен сделать. У меня много монет. Так, не настолько много. А то я вечно беру и нифига не отдаю. Давай, пиявка, соси. Видите, это Эйбл его карает издалека. Я же говорю, что это имба. А, ну да. И, пожалуй, вот это. Тирс шот спидап. Так. Батарейка? Нет. Валим. А их Шелдон покусал, Гезер. Все нормально. Блин, конечно, я просто угорал. Эйбл, блин, ребят, ну сарказм же, ну. Да, я знаю, я иногда с очень серьезным лицом использую сарказм, но, блин. Чувак в золотой комнате, он мешает. Когда он есть, то непонятно, куда враги будут целиться. Они не бьют только вас или только его, они переключаются. Это у меня вызывает проблемы, потому что, ну, я реально не знаю, откуда мне прилетит. И прилетит ли вообще. А когда этого нет, я четко знаю, что как бы все летит в меня. И от всего этого уклоняться нужно мне. Ну, это вообще то, что мне нужно от этого уклоняться. Есть какая-то определенность. Так, да. Да, господи Иисусе. Господи, Mutant Spider. Квадшот, котята. Квадшот. Это он, квадрошотный почтальон. Так, сейчас мы его подтолкнем, попробуем с полным хп выйти. Опа, есть контакт. И либо сегодня легкие катки не закончатся, либо они закончатся очень внезапно, и мне будет тяжело и больно. Ага, не попали. Не попали, не попали. You can touch me, you can touch me. Давай, придурок ты. Эй. Ау. Ау. Залагало, блин, странно. Я Айзек. О, да. Больше дэмэджа, богу дэмэджа. Привет, редюсер. Нет, игры с подписчиками сегодня не будет. Я писал об этом... ВКонтакте, я говорил об этом на стримах, что заинтересованных людей мало,
То есть хотят прийти многие, приходят, то есть, скажем так, говорят, что придут 15 человек, приходят 3 человека. Вот, получается, как бы и не стримлю ничего из-за этого. То есть, ну, то есть ни стримы, ни игры с подписчиками толком выходят. И не смотрит никто это. По очевидным причинам. Вот, так что сегодня нет. На следующий, насчет следующих выходных, насчет следующего пятницы тоже буду думать. Как-то Team Fortress пробовали, Minecraft пробовали. Что еще пробовали? Сэма пробовали. На Сэме были люди, но мы его прошли раз 5, поэтому мне уже... Ну, лично мне уже неинтересно бегать. Вот, а так, мне кажется, надо, чтобы всем было интересно. Да и все, кто хотел, уже, думаю, поиграли 100 раз. Ну, Майнкрафт, в смысле, Хайпиксель, прочие мини-игры. Да, блин, дайте мне идти туда, куда я хочу идти. Ну, блин. В смысле, урон от робы странно рассчитывается. Роба дает один дэмэдж, и все. И три черных сердца. Все, что она делает. Battlefront. Понятия не имею, что это такое. Если это какие-то Звездные войны. Если, тем более, если это последние Звездные войны. Или если это любые Звездные войны, то меня там нет. Я не смотрел фильмы и не являюсь фанатом вселенной вообще. Так что меня это. Меня вообще Звездные войны не интересуют. Вот ни капли. Два из трех. Привет, Дрюня. Ой. Ха-ха-ха-ха. Нет. Я лучше себе в лицо выстрелю, чем возьму это. Не, ну, конечно, я в лицо себе стрелять не буду, но вы поняли. В любом случае, это я брать точно не буду. Так-то там сюжеты не особо есть. Масс ПВП на 40 рыл. А я не люблю, мне все эти вот... Скажем так, если бы это был, были... Там, Властелин колец какой-нибудь или Хоббит. Ну, Средиземье, любое. Я бы там был. А так как это Звездные войны, то есть все эти бластеры, джедаи, сила... Мне они никогда не доставляли. Именно сам сеттинг мне не нравится. Я уверен, что... Франшиза хорошая в плане фильмов, в плане игр. Не могу сказать ничего. Вот. Но я просто не был никогда фанатом. Она меня даже вот, не знаю, вот, никакого интереса не вызывала. Никогда. Все угорали по Звездным войнам, а мне как-то было всегда так плевать. Ну, Йода там прикольный, да. Экшн-сцены прикольные. Ну, то есть то, что я видел... В Звездных войнах там Йода с кем-то сражался, я не помню. Он вокруг него как мячик просто прыгал. Да, да, было прикольно. Но
Ну нет, просто нет. Не, Battlefront мы особо не обсуждаем. Я думаю, ты можешь обсудить в чате. Нет, Хоббита и Властелин колец я не читал. У меня книги стоят, но я как бы не дошли руки. До сих пор. Сильмариллион еще надо купить. Где я его покупал? Хм. Не, по-моему, Сильмариллион тоже покупал. А может и нет. Я вот, вот, блин, купил книги, называется. Даже не помню, что покупал. Ну, Хоббит и Властелин колец там точно есть. По-моему, еще Сильмариллион был. Или я только хотел его купить. Я вот в свое время хотел идти в ММОшку по Властелину колец. Но так как она была... от Mail.ru или я не помню, то ли она в одно время была от Mail.ru, то ли еще что-то, то ли потом ее продали. Короче, там были дополнения платные. То есть у тебя, грубо говоря, там 50% игры бесплатно, а любая дополнительная локация платна. Экспеншены какие-то, что в ММО вообще странно. Блин, столько батареек. Атас. Вот, но поэтому я тогда и не поиграл. В силу... Да, даже, может быть, не в силу возраста, а в силу того, что деньги было жалко. Нет, 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 нет. Он меня преследует. Чертов Bob's Brain меня преследует. Ну, блин, в Вове, по крайней мере, у тебя выходит дополнение, ты за него платишь. А там как бы было, то есть, игра плюс, ну, то есть, какая-то вот локация, да, и к ней там, ну, чуть ли не квесты продавались. То есть, выглядело это примерно так, там, то есть, там, Лихолесье, по-моему, продавали, еще что-то продавали, еще, то есть, без вот этого всего купленного, ты не получал даже полноценную игру. World of Warcraft, ты, ну, я думаю, если ты придешь, купишь... сейчас игру, и потом будешь постепенно покупать, то это будет немножко другое. Хотя не могу объяснить, в чем. Это больше моральный какой-то аспект. И... ясно, понятно. Ну и опять же, WoW это все-таки Blizzard, а не богомерзкий Mail.ru. Mail.ru уже зарекомендовали себя как определенного свойства разработчики. Вернее, даже не разработчики, а локализаторы. Поэтому Blizzard я, может быть, и заплатил бы, если бы они Властелина колец как-то в Средиземье каким-то образом в игру превратили. Серьезно. Вот Blizzard'ом я бы, наверное, заплатил. Mail.ru, извините, нет. Хватает, знаете, как-то. С головой того, что они и так делают с играми. Вообще у нас бесплатные игры. У нас как бесплатные игры, как бесплатная медицина. Самые платные в мире. Я играл в Warface. Я играл в Crossfire. Я играл в Point Blank. И не поверите, все из них были неплохие. Действительно неплохие. Ну как, шутанчик и шутанчик, да? То есть, ничего, как говорят, что там, ой, фу, там Warface играет, там, школьник. Не, на самом деле клевый шутерок. Это, конечно, не Battlefield. Но старания разработчиков видно.
Другое дело, что локализацией у нас занимаются люди, которые хотят вытрясти с этого денег. Не всегда даже Mail.ru. Это получаем. Из неплохого шутана что-то, где без доната жить невозможно. Либо не очень комфортно. Хотя в чем-то из этого можно положить, но все равно тяжко. Mail.ru ничего не делают, они локализуют. Неправильно говорить, что Mail.ru плохой разработчик. Mail.ru плохой локализатор. Игры-то они берут зачастую неплохие. Собственно, о чем сейчас и речь. Там тот же Perfect World. Что, плохая игра? Да, кстати. В своем роде это хорошая ММОшка. В смысле, для своего времени она, наверное, даже была и какая-то... Не знаю, была ли она инновационной, вряд ли, наверное. Но я в ней провел какое-то время на Пангу сервере, на фришке. И достаточно достойная вещь. Фогейм, ну, Фогейм немножко лучше, но все равно, как по мне, недалеко ушли. Просто люди не умеют срубать деньги на донате. Надо делать донат такой, чтобы он как бы не обязывал. Как, ну, как в танках, да, вот идеальная модель для меня это вот World of Tanks. Wargaming. Потому что ты как бы не должен покупать ничего. Абсолютно. То есть не хочешь, не бери прям. Не хочешь, не бери прям танки. Пожалуйста. Тебе вообще ничего не мешает это делать, да? Но если ты купишь, ты получишь плюшки, будешь молодец. И вообще, не знаю, там, везде наступит мир. То есть у тебя просто получится там более комфортная игра. Не имба, но комфортная. То есть комфортнее фармить будет, комфортнее прокачивать танки, комфортнее прокачивать персонажей, экипаж. Вот. В то время как другие разработчики или локализаторы, они делают донат такой, блин, без которого ты просто играть не можешь. Просто не можешь играть нормально. Потому что вот у Wargaming это без према, это, скажем, 100%, да? А с премом 150% игры. То есть ты как бы получаешь сверх. А там у того же Mail.ru донат я видел, там, ну, раньше, по крайней мере, были, да? Там оценочное суждение 18+, у них был донат, как бы... С донатом это 100%, а без доната это 50%. То есть у тебя как бы меньше какой-то планки разумной. Но если бы не это, блин, я думаю, Mail.ru никто бы так не хаял. Да, сегодня Майнкрафт ванила. Ребята, я еще раз повторю. В расписании всегда все написано. Может, если не на Твиче, то на Ютубе и ВКонтакте всегда. И... Пройдено, и счет становится 40... черт, 47-0. Оу, oh, yeah. GG.